Боевая стойка, вау. А вот правда у меня тут косячок. Мне надо как-то пробраться здесь. Через мост или что-то есть такое подобное? Да, что-то подобное есть. Одну треть хп, хренак, всего лишь царапина. Ну-ну. Какая хреновая царапина, я тебе скажу. Так вот, это, считай, одну треть тела отрубили, моги, так, а, царапина. Типа, ползу я дальше. Ты, господи, это что такое еще? Так, прошу прощения, я охотник на призраков, вот моя визитная карточка, это интересует, естественная. Пильная область, знание несомненно, недавно исследовал таинственные сверхъестественные явления, которые происходят в одной могиле недалеко отсюда, мне удалось установить, что там очень высокая концентрация спиритической эссенции, я мог бы уничтожить это спиритическое существо, но для этого мне нужен эликсир душ. Мои охотники... момент, у меня нет на это времени. К сожалению, да придется подождать. Есть еще кто? Стали. Мы охотники на призрака, обычно называем его Эхо Элдуш. Неподалеку живет довольно безумный алхимик по имени Квинио, знает рецепт эликсира, но, к сожалению, после того инцидента в таверне с алкоголем, с сожженными волосами, Квини со мной не разговаривает. Но откуда я мог знать, вот напиток взорвется? Ну да ладно, может. И да будешь для меня, Элдуш. Рассвет! Ну да будем. Так, стоп. Дай-ка прибью этих паразитов. Достали меня. Ну, тяжело слишком много. Ой. Клянусь богами. Ага. Генеральские перчатки. Потария, яй-яй-яй. Генеральские перчатки. Это, к сожалению, не такая вещь, которая мне нужна. В принципе, в общем целом. О, довольно любопытное местечко. То есть, я бы здесь говорил, вот такие вот места были бы в тайниках, там что-то реально ценное попадалось. Вот это было бы просто игра. Ну, задуреть можно было в ней. Попробуем, я говорю, почему я начал качать вот эту вот ахинею по поводу редких вещей и тайников. У меня есть надежда, что это поможет хоть как-то сделать игру интереснее. Опять же, я не уверен. Так.
Ну чё, концентрацию. Да, о. Концентрация. Боевое умение у нас теперь. Я бы не сказал, что оно супер увеличилось. Ладно. Но зато мы сейчас можем сделать себе подругу. Подругу. Где она тут? Божья защита нет. Рождение звезды. Подруга. Стойка, это вообще бред. Кривой прыжок еще тоже. А вот блистательный хранитель. Девонька, я надеюсь, ты мне поможешь тут, да? Почему ты в этом сомневаешься? Ну ладно. Произошло. Блин, она прыгает. Угу. Эликсир душ. Ну ладно. Так, есть ли толк мне от этой девоньки, или все ж таки толк будет больше от щита? Вопрос хороший. Я так полагаю, что щит-то мне больше сейчас пригодится, чем эта девонька. Она будет у меня, скорее всего... То есть у меня хп 450 плюс щита 90. Но... может быть, как-то получше будет. Хорошо, мне больше нет терять времени. Я уже чувствую наступление злых духов. Нужно уничтожить. Понятно. Где эти злые духи? Там, где я только недавно был. Лады. То есть, в принципе, по выполнению заданий вы можете спокойно поисследовать карту. Это забавно. Ох, нифига там их. Оу-оу-оу. Здесь. Очень особенный предмет. Особенный предмет. Я тут немножко офигел аж. Молоты стали. Кое где. Не в Архангела.
Йо. Ясно. Что это за хрена тень изначально, помню, мне давалось, и я ей только бегал там пулял. Ну, что ж, бывает. Так, разве она про этот предмет или про какой-то другой говорила? О! Знак безумия. Урон от разъяренных игроков. Я не скажу, что прям такой особенный, блин, предмет. Ладно. Пошли-ка дадим дяде, как говорится. Хорошую весть, вот так вот скажу. Отлично. Все сделано. Это должно быть очень особенный предмет. Так, значит, желтые предметы для тебя это особенное, да? Че, нам начали давать какие-то интересные вещи? Это любопытно, конечно, но... 2, 7... Физический огонь. Не знаю, броня вроде там лучше, так что... Я вообще не могу взять теперь зубы. Даже не знаю, что. Как это все располагать так? Так, у нас тут вот точно же две точки, надо через мост перейти. Пошли-ка перескочим через мостик и посмотрим. Говорю, видишь, противник резкается как хочет. Блин, вообще походу. То есть файлы, как бы я ни выставлял, это не работает. Это должно быть очень особенный предмет. Еще один особенный предмет. Он с критического удара. Я лучше уберу физический урон. Он мне вроде немножко помог посильнее. Да исполнится воля твоя. Yeah.
Творца не потерпит сопротивление. Свет победил! Да исполнится воля твоя. Я уничтожу тебя. Это должно быть очень особенный предмет. Опять ты находишь там якобы какой-то особенный предмет. Это довольно забавно, что это-то. Фишка-то работает, походу. Где там у них особенные предметы? Ну, щит точно нет. Это точно. Обруч, ужас. Вот этого я вообще не могу использовать, пока я не буду. Ну. Нет. Погоди-ка. Это что? Обруч. А с отражения ближний бой. Неплохо, воин тени. Угу. Шанс найти ценную вещь. 9%. Это должно, да, быть очень особенный предмет. Девять и 1% шанс найти полезную вещь. Не знаю даже. Оружие это одно дело, доспехи бы лучше дали. Писец. Писец. Просто писец. Загрызли, как паршивого котёнка. В лёд. Просто в лёд загрызли. Так что по поводу, да, сложности, сами видите. Сложность довольно-таки хорошая. И злобненькая. Особенно не забалуешь. Так, ладно, ПФГ прокачали. Пойду посмотрю, что еще тут прокачать и что мне нужно было. Пока уйду, как говорится, на паузу, потом вернусь.
Так, прошло много времени, короче. В общем, я так посидел, прикинул, но сразу говорю, также я сделал это некоторым видом боссов. То есть, как ты можешь обратить внимание, к примеру, ну, BFG это я отдельно сделал, потому что я люблю это оружие, но мне не нравится то, что у него слишком уж время восстановления, короче, заклинание. Здесь я уменьшил все в среднем на... на 3/4. Ну, короче, я взял число... Честь Серафимов! Обычное. И это число разделил напополам, и еще пополовину это разделил напополам. И это исходное значение оставил. Кому интересно. Так, что у нас здесь? Доспехи. Питая энергия, и вот это вот качаем. Здесь у нас что будем качать? Интеллект. Так, сопротивление магии. Среднее время оставления боевых умений. Восстановление здоровья. Атаки, уровень защиты. Урон оружия. Уровень это. Умение. Боевых умений восстановления. К сожалению, нету. Ну, потом, наверное, выносливость покачаем. Ну, это боевые, опять же, умения. Мне немножечко как бы по боку. А тут я опять сдох, да? Да, не помню. Сдох так сдох. Так, давай вниз бегаем. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Привет, малышка. Так, вероятность пробить цель насквозь. Вероятность попадания. Я, конечно, сильно извиняюсь. Вероятность попадания. Дай-ка пробить врага. Отлично сработано, игрок. Пробитие, ни хрена себе. Это очень мощно. Но шанс попадания, вы извините, как бы нет, спасибо. Это мне нафиг не нужно. Зачем мне шанс попадания? Шанс пробития, соглашусь. Попадание. Правильно. Так, ну у меня есть второй такой вот интересный хренотень. Я не совсем понимаю. Она вроде быстро восстанавливается за счет того, что у меня прокачана, получается, небесная магия. Так, где мои скиллы? Изучение святой технологии. У меня прокачана святая технология, у меня хорошо очень работает небесная магия. По этой карте тяжело определяться, это просто звездец какой-то. Да, и кому интересно было, там некоторые шмотки прикупил, могли обратить внимание, да? Тоже нужно.
Отправляйся в темные глубины преисподней. Ты хочешь забрать женщин? Повергнись вправ. То не надо больше, ты можешь забрать человеческих женщин. Не хотели прибраться. Справедливость. Но вообще-то начнем с того, что так как я играл много онлайн игр. Вот, как правило, гоблины, орки похищали человеческих женщин только для размножения. То есть они их, в принципе, насиловали. И, как говорится, делали там, увеличили, короче, свою численность, свое потомство делали, так сказать. Но для этого это все использовалось. По поводу прибраться, ну... Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано, что они так решили смягчить. Никогда тут им приборка не нужна была. Прибирались эти как... Ну, это... Как, по рассказам, по которым я читал. По самим играм. По квестам, блин. Ну, раньше, конечно, игры делали, было интересно квесты читать. Сейчас зачастую жду в некоторых играх, чтобы можно было хотя бы шрифт делать. Нормальный. Полный идиотизм. Банальная игра, к примеру, Stellar Warfare. Хорошая игрушка. Меня она очень заинтриговала. Ну, во-первых, там шрифт хреновый, еще и к тому же сохранения пока на данный момент не было. С разработчиком переписываюсь, чтобы он сделал эти сохранения, наконец. И никто мне не ответил до сих пор, вот прикинь, что... А как в нее играть без сохранений? Мне это очень интересно. Ай. Ну, это ладно уже. Сделано. Огромное спасибо. Все, она их продала, получается. Я понял. Надо было прочитать. Я думал, она скажет спасибо. А сейчас спасибо не сказала. Лоханулся. По мне, так это победа света. То есть надо было просто с ним пойти поговорить и все. Очень странно, мягко так сказать. Ну, пошли дальше задание выполнять. Да, вот теперь обрати внимание. Кстати, напомню, у некоторых боссов тоже будут ускоренное время кастования заклинаний. Но тут есть прикол в том, что у некоторых боссов мощные заклинания, точнее у большинства и мобов, и боссов, некоторые заклинания вообще не имеют времени. Они могут их постоянно пиндюрить. Это меня вообще больше всего поразило. В оригинале, я насколько понял, такого бы не было, а вот тут, здрасте, приехали. Время стоит 0-0. Это меня немного поразило. Так, и куда мне? Наверное, сюда. Ну, слушай, защиты уже как-то получил. К тому же я нагрудничек нехилый такой, как видел, купил. То есть здесь, да, вот сейчас завязано многое на торговле. То есть ты тут собираешь всякую хренотень. Этим торгуешь.
Ну и, в принципе, благодаря этому... Хотя все немножко круче. Еще и щит, если смогу себе приобрести. Но хотя мне здесь не щит, скорее всего, понадобится. Вот насчет очистительного света, он не пригодится сейчас по-любому. Кстати, вот надо было посмотреть, как по мне бы босс жарил. В принципе, у него должна очень сильно бы упасть атака. Вот. Да пребудет с тобой Творец. Эй, мелочь. Да, с ними лучше не зевать. Я тебя предупреждала. Если б я только послушал жену! Это должно быть очень особенный предмет. Какой? Опаньки. Шанс отражения. Плюс шанс найти ценную вещь. Ладно. А зачем мне это надо вообще? Раз я этим пользоваться не могу, на кой черт мне оно надо? Довольно заинтриговали вот этой ерундой. Это должно быть очень особенный предмет. Да я понимаю, что он, возможно, очень особенный, только вот... Вы понимаете... Ой, нет, только не говори, что мне опять по этому мосту надо чесать. О, чтоб меня... Ладно, пошли зачешем, да я серию закончу, надо идти в магазин, блин. Пожрать купить, а то это что. Холодильник слишком чистый. В магазине, о. Надеюсь, хоть правильно бегу. Да, правильно. Ну что, дядька? А вот снова ты здесь. Так, вот это скорость. Есть еще работа для тебя. Много лет занимался своей проблемой. Кажется, уже близок к решению, похоже. Флуктуации уровня этой энергии вызывают, кажется, огненное копье, которое уже несколько лет кружит вокруг нашей планеты. Мы построили фокусирующую станцию, которая помогает нам измерять флуктуацию этой энергии. Пожалуй, пойди на станцию и забери последний результат у моего коллеги. Служители света помогут тебе. Да-да-да, слушай, это тебе помогут. Ладно, народ, я на этом, в принципе, закончу. В следующих сериях продолжим перцевать. Может, запущу тут внеочередно гримдаун, пока не уверен в этом. Возможно, запущу.
здесь масенька есть проблемка в том, что мне надо сначала будет разобраться с модами там. Там с модами полный походу звездец. Всем удачи, всем пока.